那我们今天来学的主题是谈论活动。这个主题呢，就比如说你要问人家在做些什么，举办哪些活动，有什么意见想法这些的。内容并不是很多，然后有一些简单的句式吧，所以我觉得这节课应该会挺轻松的。但是他要说到的话呢，就是你平常在交流的时候都会用到的，很实用就是了。Что вы делаете? 您在干什么？ Вы 可以是您，也可以是你们在干什么。Что вы делаете? Что вы делаете? Я читаю книгу. Я читаю книгу. 我在看书。Читать 呢，就是看书、读书的意思。然后я第一人称 читаю книгу 是用四格。Мы сидим в комнате и смотрим телевизор. Мы сидим в комнате и смотрим телевизор. 我们坐在房间然后看电视，我们在房间里看电视。Мы сидим 是我们在做 в комнате 用的是六格 комната 房间 в комнате и смотрим мы смотрим 所以这里用的也是 мы 的那个形式 телевизор。Давайте пойдем сегодня на концерт. Давайте пойдем сегодня на концерт. 这是提议，我们今天去听音乐会吧。Давайте 一看到这种有 Давайте 呢，就是知道这是要给出意见建议了。Пойдем 我们去 сегодня 今天去哪里呢？ На концерт。Concert 是音乐会，然后去听音乐会就是 пойдем на концерт， 我们去就是 пойдем на концерт。 Давайте пойдем сегодня на концерт。 Очень хорошо。 У вас нет лишнего билета。 Очень хорошо。 У вас нет лишнего билета。 太好了。 Очень хорошо。У вас, 您那儿 ？Нет, 没有吗？其实他没有，就跟我们之前说的 ，не могли бы, не можете, 他问的就是有。Лишнего билета, лишний 呢是多余的、多出的，然后 билет 是票。我们要注意呢，他这里用了 у вас, нет, 后面就要加二格的形式。Лишнего билета。如果他直接问，不用 нет， 用 yes 就是 у вас есть лишний билет， 对吧？但是他们就是习惯这样子用。Есть， у меня есть два билета в ложу。 Есть， у меня есть два билета в ложу。 有的，我有两张票。У меня 我有 два билета， 然后这个 в ложу 呢就是厅里的包厢的票。Как вы отдыхаете после работы? Как вы отдыхаете после работы? 您下班后怎么休息呢？Как вы, 您怎么样 ？Отдыхаете, отдыхать, отдохнуть 都是休息的意思，然后它 вы 就是 отдыхаете。什么时候休息呢 ？После 在什么什么之后 ？Работы 在工作之后，下班之后怎么休息？就是问下班之后有什么业余活动，可以问 Чем вы занимаетесь после работы？
После работы мы обычно смотрим телевизор, читаем, слушаем музыку. После работы мы обычно смотрим телевизор, читаем, слушаем музыку. 我们下班以后都看看电视，看看书，听听音乐，根本就是宅男宅女的生活。啊，不对，如果是宅男的话，一定少不了打游戏。После работы 下班以后 ，мы обычно 我们通常 смотрим телевизор 看电视 ，читаем 读的意思，它可以说 читаем книги， 但它把那个省略掉了，就知道在阅读 ，читаем 一 слушаем музыку， слушаем музыку。Говорят, вечером по телевизору будет футбол. Говорят, вечером по телевизору будет футбол. Говорят 是人们都在说、听说的意思。Вечером 晚上 по телевизору 电视上会有 будет 会有将会有 футбол 会有球赛晚上。Говорят, вечером по телевизору будет футбол. Кто с кем играет? Кто с кем играет? 谁和谁踢? Кто с кем играет? Русские с немцами. Русские с немцами.Русские 俄罗斯人俄罗斯队 немцы 就是德国人复数然后用五格就是 с немцами хорошо матч должен быть интересным хорошо матч должен быть интересным 好的比赛就是 матч должен быть必须的，一定是会 ，interesting 精彩的，但是它用这里 должен быть 后面 быть 要加五个，就是 interesting。Хорошо, мяч должен быть интересным. Во сколько начало? Во сколько начало?Начало 呢就是开始的意思，就是几点钟开始比赛。我今天好巧，我讲这一课刚好是今天晚上周六嘛，恒大八点钟有比赛，所以呢，我来上班的路上看到好多穿着恒大队服的人，挤都挤死了。我估计，负责这个项目的老师呢，他也希望我今天早点把这个录完，他好回家看球赛。他是一个狂热的球迷。В восемь часов вечера. 就连晚上八点，就连时间都一模一样，跟今天。8点晚上。Какой вид спорта вам больше нравится? Какой вид спорта вам больше нравится?哪一个种类的什么呢 ？Sport 阿哥，哪种体育项目 ？Вам нравится 是你喜欢 ，больше 呢就是最喜欢，比较喜欢。Какой вид спорта вам больше нравится？ Я люблю плавать и играть в футбол. Я люблю плавать и играть в футбол.Я люблю 呢就是我喜欢 Я люблю 后面呢都是要接动词的原型的 Плавать 游泳 Играть в футбол 踢足球 Вечером
мы можем совершить прекрасную прогулку. Ты согласен? Вечером мы можем совершить прекрасную прогулку. Ты согласен? 晚上 мы можем, 我们可以。Совершить 呢，这是个动词，是说可以完成某件事情，做某件事情。Совершить 什么呢？ Прогулку。Прогулка 呢，就是指逛街、散步的意思。然后有形容词是 прекрасная 呀，就是指极好的。就是我们晚上可以逛一逛街。Совершить прекрасную прогулку。Ты согласен? 你同意吗？С удовольствием, с удовольствием, 很愿意啊，非常乐意。嗯，连起来读一下好了。Вечером мы можем совершить прекрасную прогулку. Ты согласен? С удовольствием.那接下来呢，是一段就是完整的对话。关于一群年轻人要打算举办一个音乐会，然后讨论音乐会都要准备哪些节目的这样一个对话。音乐会呢就是 concept。Друзья, к празднику надо подготовить концепт. Как вы считаете? Друзья, к празднику.Надо подготовить концерт. Как вы считаете? Согласен. Или согласна. Не возражаю. Хорошая идея. 先是有一个人开始讲话提议，朋友们、伙伴们 к празднику 呢，就是为了节日。Надо 需要。Подготовить 准备，进行一场准备。Concert 为了庆祝节日呢，我们就要准备一个节目，准备一个音乐会。Как вы считаете? 你们觉得呢？你们怎么看？ Как вы считаете? Согласен. Согласна. 同意呀。Не возражаю. 我也不反对。Хорошая идея, хорошая идея, 好主意。这三个呢，意思就是都代表那个赞同的意思。Друзья, к празднику надо подготовить концерт. Как вы считаете? Согласен. Не возражаю. Хорошая идея. Тогда надо подумать.А программе. Какие есть предложения? Во-первых, попросим Инессу спеть. Это обязательно. Записываю. Что еще? Тогда надо подумать о программе. Какие есть предложения?Тогда 呢就是那么就这样的话就那的需要把肚马起想一想考虑一下考虑什么呢啊 program program 就是节目单的意思节目流程有哪些活动把肚马起啊 program какие есть предложения 哪些提议呢都有 предложения是意见建议然后这是复数嘛 предложение 提议 во-первых 首先 попросим 我们请求 Инессу 就是 Инесса 它是一个人的名字 спеть 唱首歌 во-первых попросим Инессу спеть это обязательно 这是必须的一定的записываю我先记上了。Что еще? 还有什么呢? Тогда надо подумать
о программе. Какие есть предложения? Во-первых, попросим Инессу спеть. Это обязательно. Записываю. Что еще? Может быть, Сейфла станцует малайский танец. Танец. Я думаю, он не откажется. И национальные костюмы у него есть. Кто у нас еще танцует? Как кто? Алами и Амелита из нашей группы. Может быть, 就是或许或者 Сейфла 人民 станцует 跳一个 малайский танец 跳一个马来西亚的舞马来西亚的舞就掉了一个字 Я думаю, 我想 он не откажется 他不会拒绝的他是会同意的 он не откажется И национальные костюмы у него есть. У него есть, 这个都不用再解释了，就是他有什么呢？ Национальные костюмы, 民族服饰。Костюмы 呢，原本是指西装套装，然后这里就是说的是他特色的服装。Нация 是指民族，然后它的形容词 национальные 就是。民族的带民族特色的 Кто у нас еще танцует? 我们中还有谁会跳舞啊 Как кто? Алами и Амелита из нашей группы 什么叫还有谁 Как кто? Как 就是表示疑问这就是说不只是 Кто 应该是 Они 或者怎么样拉敏和阿梅丽达都是两个人名我们班的这两个人不都能跳吗 Верно Я поговорю с ним И еще не забудь Алонсо с гитарой Верно Он один Уже половина программы Верно 呢就是对的好的 Я поговорю с ними 我跟他们说一说谈好 Поговорю 是指将来时我待会儿去跟他们谈好 С ними 用的是五个吗 И еще не забудь Алонсо с гитарой Не забудь 就是不要忘记记得还别忘了阿隆索 他的项目呢是吉他演出给大了然后撕给大了 Верно 好的 Он один 他一个人 Уже половина программы 就已经是半场节目了半台演出了意思就是说他、很有才华吧表演很精彩 Верно Я поговорю с ними И еще не забудь Алонсо с гитарой Верно Он один уже половина программы. 这是另外一个对话，也是 concert. Ребята, давай подготовим к празднику концерт. Давайте. А с чем мы выступим? Ребята, 伙伴们 давай, 让我们来 подготовим.准备一个 к празднику 为节日而准备 концерт 为节日准备举办一个音乐会 давайте 好啊可以啊就这样 а с чем мы выступим выступить выступать 呢就是指、展示演出包括演讲都是在一个活动上出现表演 а с чем мы выступим 我们该表演些什么节目呢Ребята, давай подготовим к празднику концерт. Давайте.
А с чем мы выступим? Я предлагаю нашему ассамблею подготовить такую программу. Советские песни и песни тех стран, представители которых учатся вместе с нами. Это очень много. Я предлагаю, 就是说我提议，我建议 нашему ассамблю, 我们的合唱团 ,ассамбли 是指合唱团的意思。用的三个 подготовить, 准备 такую программу, 像这样的一种节目，这样一套节目 советские песни, советские 这个就是前苏联时期的歌曲и песни тех стран, 还有这些国家的歌曲 тех стран, 然后具体指的是哪些呢 представители которых учатся вместе с нами, 哪些国家呢，就是那些有来自他们国家的同学 вместе с нами учатся 的，跟我们一起学习的。除了我们合唱团之外，还有外国的同学唱他们自己国家的歌。Это очень много, 那就太多了。这个很长，还是在另一边吧。Я предлагаю нашему ансамблю подготовить такую программу советские песни и песни тех стран.представители которых учатся вместе с нами. Это очень много. Нет, что вы. Кубинские, вьетнамские, болгарские. Немного. Надо попросить ребят из этих стран, чтобы помогли нам. Обязательно.Помогли и спели вместе с нами. Нет, что вы, по, на的话, кубинские, 古巴的, вьетнамские, 越南的, болгарские, 保加利亚的, 这里应该是保加利亚的, немного,不是很多。Надо попросить ребят из этих стран. 那就需要请求这些从这些国家来的同学们 чтобы помогли нам, 让他们帮助我们。чтобы 后面呢都是要加 помогли, 加那个过去式的。Обязательно, 那是一定的。Помогли и спели вместе с нами. Помогли 就是帮了帮助我们，但除了帮助我们呢，还要 спели вместе 一起唱 с нами 和我们一起唱。Нет, что вы, кубинские, вьетнамские, болгарские немного. Надо попросить ребят из этих стран.чтобы помогли нам. Обязательно помогли и спели вместе с нами. 那关于谈论活动还有一些对举行活动的那个建议的对话呢，今天就先讲到这里了。Спасибо за внимание. Всего хорошего.